носимые выставки, посвященные фестивалю The Burning Man, проводятся в штате Невада, в пустыне Black Rock City. Я попал туда абсолютно случайно, меня пригласил Слава Полунин, и когда он мне сказал, что этот фестиваль проходит в пустыне, где до ближайшего крана с водой примерно 2 часа по хайвею, я сказал, что я туда не поеду, потому что я в то время умирал от жары в Нью-Йорке. И когда я приехал туда, то я был в полнейшем шоке от того, что я увидел. Я ходил потерянный и практически не сделал ни одного снимка. И вот через 3 дня ко мне подошли люди, такие шаманы современные, которые ездят на все шаманские фестивали, и меня отвели в вигвам, и мы медитировали там. И вот после этой медитации я уже мог начать фотографировать, и первые же кадры меня настолько удивили, что через 3 дня я уже хотел уезжать, потому что я понял, что я снял один из лучших своих материалов. Дело в том, что там довольно-таки много экзотики. Экзотики – это когда ходят топлесс женщины или мужчина специально наряженные, или на ходулях, или на каких-то странных велосипедах или машинах. Я подходил, представлялся, спрашивал разрешение фотографировать. Меня спрашивали, что бы вы хотели, чтобы мы делали. Я говорю, все то же самое, что вы делаете. Это могло быть просто... Парень с девушкой могли сидеть где-то в пыли и обниматься. Я не старался показать внешний мир. Для меня задача была показать внутренний мир. Ну, представьте, город 70 тысяч, и каждый из жителей этого города – актер. Каждый дом – шоу, каждый угол – шоу. Там просто круглосуточно идут танцы. Там для меня это был такой театр, но... Театр, в котором каждый человек, даже зрители, являются творцами, что для меня было очень важно, потому что в каждом из нас живет творец, и об этом говорят все пророки, которые были на земле, что мы частичка Бога, то есть творца.